Несогласных отдать жилье уговаривали бейсбольные биты. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью при силовой поддержке бойцов СОБР задержали участников преступной группы, которые подозреваются в мошенничествах и вымогательстве в риэлторской сфере. Отметим, что потерпевшие граждане, и так имеющие проблемы с жильем, а подозреваемые – сотрудники кировского представительства Союза десантников. Среди задержанных заместитель управляющего общественной организации «Союз десантников России» Вячеслав Бояринцев и заместитель управляющего по жилищным вопросам «Союза десантников» Виталий Заикин, а также ряд должностных лиц этой организации, данные которых пока не раскрываются в интересах следствия. Задержанный по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3, частью 4, статьи 159, частью 2, статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Понятно вам? Понятно. Не сопротивляться. Не сопротивляться. Данные граждане размещали в средствах массовой информации объявления с предложением оказания помощи при решении жилищных вопросов ветеранам войн, ветеранам боевых действий, а также жителям Кировской области, которые ранее служили в воздушно-десантных войсках. В дальнейшем они склоняли их к тому, чтобы они передали им в доверительное управление имущество. Это недвижимость, квартиры и дома. В дальнейшем данные граждане переселялись в один из поселков Оричевского района, лишившись таким образом своего жилья. Если клиенты осознавали, что их недвижимостью пытаются завладеть и отказывались от дальнейшего сотрудничества, в ход вступали силовые методы воздействия. Во время проведения обыска в офисе регионального отделения Союза десантников России были изъяты расписки, а также макеты боевого оружия, пистолет ТТ, ручной пулемет Калашников, бита, с помощью которых члены преступной группы оказывали психологическое воздействие на потерпевших. Выявлено 6 фактов преступной деятельности фигурантов. Устанавливаются дополнительные эпизоды. Всех, кто пострадал от действий этих людей, просят позвонить в отдел по борьбе с организованной преступностью по телефонам 67 89 30 или 44 77 09. Светлана Вертилевская при содействии пресс-службы ОМВД по Кировской области.